С установлением положительных температур на улицах Владивостока мы приступили к помывке остановочных павильонов. Это в первую очередь, что мы сейчас, в ближайшие эти дни, пока температура теплая, мы можем делать. Как только температура ежесуточная установится выше плюс 5 примерно градусов, мы перейдем на круглосуточный режим работы в летнем режиме. Это помывка подземных переходов, остановочных павильонов в полном объеме, леерных ограждений. В рамках предстоящего двухмесячника будут выполняться работы по уборке всей придорожной инфраструктуры, в том числе косогоров, откосов. Это покраска леерных ограждений, виадуков, уборка подземных переходов, текущий ремонт. Thank you.
Саша, интервью вот так. Запишем. Понятно. Время, как это разбрасывать камни, время собирать. Зимой разбрасываем. Ну,